Всем добрый день. Опять очередные посылочки из Китая. Нечаянно вскрыл, и что оказалось, что в камере сел аккумулятор, то так оказалось, а по факту типа вскрытая в посылка. Но в принципе, чтобы вы увидели. Это в чехлы я покупал для телефонов, специально для китайских. Что, ну, типа картинка оказалась красивенькая, и в принципе, я так думаю, и вживую оказались, что, в принципе, они не хуже. Смотрите, типа вставка из резины идет, и здесь из твердого, типа из пластика. И за компанию у нас что мы имеем? Это поставочка для телефона, в принципе, чтоб вы, ну, типа вживую увидели, и показываю старта, как оно, и с телефоном насмотреться будет. Что, в принципе, все и красивенько, и комфортненько, есть для динамика, дырка куча для сканера и для камеры, что, в принципе, все удобно. Ну, естественно, и подставочку ставите все, и телефон, в принципе, будет комфортно и удобно вам смотреться. Что вдруг кому-то будет интересно, то ссылочка в описании будет идти, типа, и посмотрите, и цену узнаете, в принципе, типа, как обычно, я ищу самые дешевые, типа, цены идут, в принципе, типа, дешевле, чем я, типа, их покупаю, то я сомневаюсь, что вы где-то откопаете. Но это, в принципе, типа, кому как. Так, у нас есть такой чехол X3 Pro, серенький. Такой есть, типа из золота, специально для золотого X3 Pro. Есть у нас еще, типа к ноту, третьему темно-серый. Есть, это тоже к какому-то X3 Pro идет, и такой к Meizu. Я так думаю, кстати, за компанию я вам сейчас и покажу, чтобы вы увидели сразу. Ну, чехлы действительно, ребят, ну, типа, это же прикольный. Вот так. Ну, с первого впечатления, типа, по качеству, типа, все замечательно. Раз, два и три. Вставляется в комфортно, и что, в принципе, ну, телефон куча крупненький и так, ну, оказался еще больше. Ну, кому как. Ну, в принципе, куча чехлы классные. Кто ведет активный образ жизни, я так думаю, что будет довольный. Тем более, за такую, типа, сцену, то... А почему бы, ну, типа, и не купить его, в принципе. Есть. Это к ноту пройдет. Какой у нас еще здесь, ребят, есть. Ага, ну это так, типа, за компанию оставался $1, то я их за $1 его купил. Такой чехольчик есть. Опять же таки, ну, типа, к Meizu идет Pro. Типа, и снова, я так думаю, к Meizu Pro. Я почему-то их оказался, я много купил. И к Redmi Note 3. Вот такой и такой чехол. Есть. В принципе, все, ребят. Упаковка типа пустенькая. Типа, идем дальше. Эти чехлы в сторонку. Где-то я кинжал заховался. Есть. Ножики. И здесь тоже, по идее, должны чехлы быть. Но в любом случае, ребят, я вам говорил и говорить буду. Типа, все в посылке всегда пишите видео, что с китайцами бывают и ошибочки иногда. И получается, что типа, и с фотографиями, то у вас ничего не получится доказать. А если у вас есть видео, то в принципе и все нормально. Так, смотрите, типа, к Meizu 3S. Такой чехол пришел. Это пришел, типа, тоже Galaxy A5. Типа, поэкспериментировал, и я заказал. Их покупал. Это для, типа, Meizu M3 Note идет у нас. Опять, типа, чехлы по качеству обалденные, и цена их не кусается. И в чем плюс? Типа, там, где я покупаю, типа, в комплекте и с пленками бесплатно. Абсолютно идут. И X3 Pro, опять же. Три чехольчика есть. Вот такие чехлы, ребят, типа, и в подарки, и с пленками идут. Их оказалось, их целая куча. И, кстати, по качеству классная пленка идет. Ну, потому что я типа, куплял уже, типа, и оказались довольны люди покупкой. Ну, естественно, и осталась у нас последняя посылочка. Я так думаю, это самое интересное, типа, с детскими и часами. Ну, видите, я обычно покупал типа, черно-белые. А в этот раз я уже чуть-чуть поэкспериментировал. Одну секунду, я прошу прощения, зачепил камеру. Типа со цветным экраном должны идти. Что мы имеем? Ну, конечно, упаковка, первое впечатление мне не нравится. Ну, какая разница. Самое главное, чтобы вживую. Так, типа здесь у нас писано, что телефон, GPS есть, включение, аккумулятор, типа телефончик нарисован.
часи. Ну, хто в китайській в курсі, то, в принципі, хоча пойме. Но я, чесно говоря, абсолютно ніфіга не розумію, що здесь пишеться. Ну, що, в принципі, так йде. І відкриваємо часи самі. Що ми имеем? Это в часы пришли для девочки. И первое впечатление, что вам сказать. Ну, смотрится, кстати, классно. Так, смотрите, ребят. Типа здесь розовый. Здесь у нас, я так понял, открывается, наверное. Как-то открывается. Попробуем. Есть. Ага. Это для типа USB по зарядке идет. И здесь, по-моему, сим-карта или карта памяти впихается. Что-то вставляете сюда. И кнопочки у нас есть 1-2. Это будет для папы и для мамы. И кнопка включения. Старта я попробую включить. Что мы увидим? Ага, включается цветной экранчик. Уже что покруче. Со старыми часами, что были. И что мы здесь имеем? Типа, имеем, есть номер, в принципе, для сим-карты. Чтобы вставлять. И часы. Типа, смотрите, что вписано. Ну что, вторник, в принципе, все по-нашему. Я так понял, будет. Часы пока с Микки Маусом. А что нажимать? Интересно. Телефонная книга включается. Нифига себе. Ну, в принципе, знаете, ребят, ну, первое впечатление, куча часы классные. Но, естественно, типа, попользуемся ими. И, ну, типа, все впечатления опишу вам. Типа, так что вдруг кому-то типа, интересно в покупках будет, то, типа, ссылочка в описании будет. Все, ребят, всем счастливо. Пока.